Шкода продолжает анонсировать скорый выход Фабии нового поколения. По последней моде чешская марка первым делом раскрыла технические подробности, а сейчас подогрела интерес публикаций нескольких тизеров. На этих иллюстрациях мы видим четкие, современные и достаточно динамичные линии кузова. Также нельзя не отметить узкие фары, широкую решетку и активные шторки воздухозаборников внизу переднего бампера. Последние улучшат аэродинамику автомобиля. Вдобавок объявлено, что по своим габаритам чешский компакт неожиданно вырос в длину сразу на 11 см. В свою очередь ширина стала больше на 0,5 дециметра. Снаряженная масса при столь серьезной акселерации сохранилась на прежнем уровне. За такую магию надо благодарить переезд на более современную версию всей фольксвагеновской платформы MQB, а также оптимизированную конструкцию кузова. Список моторов тоже раскрыт. Роль старшего примерит 150-сильный 1,5-литровый турбомотор, с которым работает 7-ступенчатый преселектив. А еще Фабия примерит 4-литровых тройки разной мощности, от 65 до 110 сил. Европейцы увидят новую Фабию буквально через неделю-другую. Вот только на нашем рынке хэтчбэк нового поколения вряд ли появится, ведь роль младшей модели прочно закрепилась за Рапидом. А между тем в России Skoda Auto запускает новый продукт – сервисный контракт для модели Octavia 4-го поколения. Теперь клиенты смогут приобрести пакет работ, который покрывает 3 года регламентного техобслуживания с выгодой до 20%. Предложением можно воспользоваться не только при покупке автомобиля, но и в любой момент до прохождения первого ТО. Пока оценить преимущества контракта смогут только жители Москвы и Санкт-Петербурга. Но со временем проект распространится по всей дилерской сети. Сервисное предложение позволит клиентам оптимизировать затраты на регламентное техобслуживание. Оно покрывает все обязательные базовые операции регулярных ТО по сроку или пробегу и включает стоимость работ и запасных частей. Перечень базовых операций зависит от срока эксплуатации, пробега автомобиля, а также типа двигателя. Поэтому для разных модификаций Octavia стоимость контракта будет своей.